Аким Астаны проинспектировал строящиеся газовые тепловые станции столицы. Для обеспечения города дополнительным объемом теплоснабжения еще с прошлого года были начаты работы по строительству двух газовых тепловых станций. Их мощность превысит мощность ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем. Планируем поэтапно запустить данные газовые станции уже в текущий отопительный сезон, сообщил Женис Касымбек. Кроме того, по его словам, перед подрядчиком также поставлена задача в текущем году завершить строительство ТЭЦ-3. Возведение этого объекта в Астане началось еще в 2010 году.